Предприятие «Торено Эко» приглашает за покупкой овощей. Картофеля, продовольственного и кормового, моркови, свеклы, лука, капусты. Продажа производится по адресу: Брест, Шоссейная 2, подъезд вдоль железной дороги. Телефон 80162-45-29-11 и 80033-388-1493. На работу вахтовым методом требуется рабочая по монолиту. Телефон 8025-645-31-86. Продам деревянный дом в центре Иваново. Телефон 80162-55-44-71 и 80229-224-37-04. Сдается двухкомнатная квартира. Восток, Партизанский проспект. Рядом магазин «Монтана» и остановка. Телефон плюс 375-29-722-82-87. Продам «Шкода Октавия» 2002 года. 1,9 TDI, коробка автомат. Цвет голубой металлик, вебаста, кожаный салон. В хорошем состоянии. 3900 УЕ. Телефон МТС 375-29-721-90-25. Учебный салон красоты школы парикмахеров «7 образов» приглашает вас на стрижку к стажерам под руководством наставников. Мужская стрижка – 40 тысяч, женская – 50, окрашивание – от 50 тысяч рублей. Брест, улица Кирова, 50, телефон плюс 375-29-728-12-55 и 80162-21-07-62. Приглашаем на курсы массажа. Классический оздоровительный, основа лечебного при наиболее распространенных заболеваниях и травмах – антицеллюлитный. Центр города. Опытные преподаватели. Выдается сертификат на русском и английском языках. Брест. Проспект Машерова, 18. Телефон 8029-567-24-84. Паломнические туры к Святой Блаженной Матроне Московской. Телефон 833-643-41-93. 8-29-650-69-58. Шоп-туры в Луцк. Большой ассортимент продукции по доступным ценам. В гипермаркетах, торговых центрах и на рынках. Стоимость поездки 200 тысяч белорусских рублей. Телефон 8-33-643-41-93 и 8-29-650-69-58. К сведению жителей Брестской области. По субботам с 9.00 до 12.00 в каждом городском и районном исполнительном комитете работает прямая телефонная линия, позвонив на которую, можно задать волнующие вопросы представителю городского районного совета депутатов или руководству городского районного исполнительного комитета. Беларусь-4, Брест. Телефон рекламной службы 8-0162-20-35-45.